комментарий по игре. Удивил ли вас сегодня чем-то Николаев? И все-таки была напряженная игра, только в последней четверти все решили. В Николаеве всегда очень сложно играть, потому что хорошая поддержка, большой зал, всегда всех поддерживают. Хотелось бы сказать спасибо команде. В нужный момент мы собрались, сыграли то, что он сказал тренер, сыграли хорошо в защите и в конце концов выиграли игру. Спасибо. По-твоему, почему так тяжело вам далась? Потому что здесь всегда очень большая поддержка. Команда, которая бежит хорошо, тем более их поддерживает зал, поэтому всегда очень сложно играть именно в этом зале. У вашей команды были какие-то трудности, то есть, что не получилось? В каждой игре может это не получаться, но главное в нужный момент всегда перестроиться. Спасибо. Спасибо большое. Денис.